Добрый день, дорогие зрители! Я хочу поделиться радостью, которую я получила именно от вас. Смотрите, что мне написал YouTube. Вам удалось создать по-настоящему уникальное сообщество. Пришло время отметить достижения этого года. Итак, наши итоги. Ваши итоги, дорогие мои. У меня немножко эмоции зашкаливают, потому что, посмотрите, количество просмотров 7, почти больше 7,5 миллионов, 28,5 миллионов, скажем так, просмотров в минутах, представляете? И количество отметок нравится 183,5 почти тысячи. Октябрь в этом году был месяц с наибольшим количеством просмотров. Спасибо огромное вам, мои хорошие, за поддержку, за то, что вы все время писали комментарии, общались со мной. И вот еще статистика, я не буду перечислять, вы сами видите. Спасибо вам огромное. Без вас это бы не состоялось. Спасибо, что вы пишете, смотрите, поддерживаете. Иногда мы с вами спорим, иногда мы с вами любим друг друга, ну, как в настоящей семье. Мне очень нравится с вами общаться и делиться. Вы даете мне такой настрой, что я хочу больше и больше что-то интересного снимать для вас, да. Поэтому год удался. У меня только за 2 месяца, я вам говорила 2 месяца назад, что у меня 200 тысяч подписчиков. Сейчас уже почти 300 тысяч подписчиков, 100 тысяч пришло где-то за 1,5 месяца. Спасибо огромное, вот, люблю вас всех. И такое еще обращение к нам в YouTube. У нас в партнерской программе всегда приходят сообщения, что нам делать, где посмотреть интересные идеи, всякие предложения и видео, как улучшить свой канал и так далее. Мы обучаемся, у нас не просто мы снимаем видео и все, мы работаем, мы тяжело трудимся, можно сказать, отыскивая идеи разные, да, может, повторяю, за кем-то, может, придумывая свои и так далее. То есть вы видите, как меняется все на канале. Там у меня и, например, как приготовить вкусняшки какие-то, сделать украшения для дома, что-то переделать. Ну, в общем, креативный дом, ничего не скажешь. Креативим, девчата мои хорошие. Так, тут говорят, мы развиваем партнерскую программу YouTube и предлагаем авторам новые возможности для роста. С нетерпением ждем ваших успехов в 2023 году. Продолжайте творить, радуйте жизни, вдохновляйте зрителей и завоевывайте сердца новых поклонников. Предлагают создать шортс. Я подумаю, я никогда не снимала шортс, но попробуем. Спасибо огромное еще раз. Мы встречаемся с вами почти каждый день, и мне очень радостно. И как тут сказано, может, новые поклонники все-таки откроют свое сердце и тоже подсоединятся и подпишутся на наш приятный с вами канал, где мы с вами любим друг друга и поддерживаем. Итак, мои хорошие, до встречи на креативном доме или в креативном доме. Ну, в общем, до встречи. Всех люблю, всех целую. Берегите себя и своих близких. Всем пока-пока.